Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня нахожусь в аутлете Castello Romano. Поэтому, если вам интересно прогуляться по магазинам, то продолжайте смотреть это видео. Поехали! Если вы хотите поехать в этот аутлет в воскресенье, то откажитесь от этой идеи, потому что в каждом магазине стоят такие очереди. Самое сложное было найти место на парковке. Я сюда приехала на машине, но вообще здесь ходит автобус коммерческий, за него платите 14 евро, если не ошибаюсь. Если ошибаюсь, здесь будет настоящая цена. Можно купить билет в автобусе, он вас довозит туда, сюда и обратно. Сюда можно добраться из Рима на автобусе. Это место находится недалеко от Рима. Наверное, час езды где-то. Здесь даже есть стритфуд. Можете купить вот картошку фри или сырные палочки. Тут также стоит очередь. Готовы стоять в очереди? А вот, собственно, цены. Тут есть все марки. Вот New Balance, Adidas, Puma, Fox. Все, что хотите. Все бренды, все со скидкой. Старые коллекции, все здесь. Приезжайте, закупайтесь по полной. Раньше, когда я сюда приезжала, я была просто в восторге от местного ассортимента. Мне хотелось купить все. А сейчас я приезжаю, мне кажется, уже все какое-то старое, старые коллекции. Уже хочу новые по коллекции покупать. В общем, вывод в том, что мне уже ничего не нравится здесь, в этот раз. Я приехала в аутлет, чтобы купить себе палочки из моцареллы жареные. Это единственное, что мне понравилось. Такой набор палочек стоит 5,90. А теперь мы пришли в Макдональдс. Это главное развлечение поездки в аутлет. За город на машине. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно было вам полезно, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. И увидимся с вами в следующих выпусках.